Общественность продолжит помогать полиции. Состоялось первое заседание нового состава Общественного совета при управлении МВД России «Щелковское». В него входят граждане, ранее работавшие в совете, и те, кто вошел в него впервые. В ближайшую неделю им будут предоставлены документы, регламентирующие деятельность этой важной и для работы полиции, и для жизни района общественной структуры. В федеральном законе, который называется «О полиции», прямо разъясняется, что члены общественных советов при управлении полиции всех уровней от федеральных до районных призваны обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, органов власти всех уровней, общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций, в том числе профессиональных объединений предпринимателей, для решения наиболее важных вопросов деятельности полиции. Члены общественных советов участвуют в работе совещаний, проводимых органами внутренних дел, и присутствуют при проведении должностными лицами личного приема граждан. Общественный совет до сегодняшнего дня работал. Сегодня избран новый совет. Костяк сохранился общественного совета, но влились новые силы в общественный совет. Поэтому хотелось бы в первую очередь сохранение тех традиций, которые были. Ну и, соответственно, может быть, в чем-то где-то активность, более активная работа совета и с семьями сотрудников, и с сотрудниками, и с формированием общественного мнения о сотрудниках полиции. На заседании был избран новый председатель общественного совета. Им стал депутат Совета депутатов сельского поселения Медвежье-Озерское, заместитель директора муниципального предприятия службы озеленения и благоустройства Андрей Корначев. В первую очередь, да, поддерживать все те направления, которые были уже начаты прежним общественным советом, так сказать, ихнюю работу приумножить. И взять, может быть, другие какие-то направления, да, в помощи ГУВД и нашему Щелковскому району, населению вместе с полицией. Руководство полиции поблагодарило Романа Назарова, работавшего ранее с 2013 года председателем общественного совета. Он сложил с себя эти полномочия в связи с вступлением на муниципальную службу. Андрей Цеходович, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».